Так, первая игра в этом году на SNES. Вообще, Великая Тайна Цирка является второй игрой в серии. В серии Микки Мауса «Магические квесты». Но так как сюжет они не связаны, я все-таки решил показать вторую часть сначала. Игру делала Capcom, что уже говорит, в принципе, о том, что должна быть качественная. Сразу классная заставочка в начале. Я прошел, набор недавно вышел. Посоветуй, вор, посоветуй. Нам тоже могут посоветовать. Так, здесь заставок никаких нет, насколько помню. Лезем в опции. Три уровня сложности. Хард максимальный. Можно управление менять, звук. Ну, в принципе, остальное меня не интересует. Оки-роки, прикольная игра. Вторая часть. А проходил ее, Андрюх? Проходил вторую часть. Вообще, Поки-Роки, она же не только на SNES выходила. Она была и на Famicom. Точнее, на Famicom Disk System. На PC Engine Кики Кайкай была. На Game Boy Advance, по-моему, тоже есть Поки-Роки. Так что серия на самом деле разрослась неплохо так. Можно проходить вдвоем этот цирк с Микки Маусом. Но я пока один буду разбираться. В один хороший денек Микки и Минни прибыли на окраины города на автобусе. Посмотри, Минни, палатки цирковые. Ура, мы сделали это. Я надеюсь, что мы еще можем повеселиться. Мы еще не упустили веселье. О, ё-моё, извини, что я так поздно подобрал тебя этим утром. Я переспал. Pick it up, кстати, пикап написано было. Все хорошо, Микки. Сейчас, я надеюсь, все будет здорово. И все уже там. Кики Кайка оригинальная, да, Ракири. Ты их видишь? Ну, вон Гуфи, например. Гуфи чапает. Прикольно, у него шапочка. Мне всегда казалось, что это из какой-то кости сделано. Первая часть показалась сложнее, еще я не прошел ее. Вторую затащил, молодец, Андрюха. Микки, Минни, все заруинено. Гуфи, я знаю, что поздно, но так-то день еще не полностью потерян. Что-то Гуфи грустный какой-то совсем. Но цирк, все, что происходит в палатках, как-то странно. В Гуфи забралось какое-то сомнение. Все пропали. Возможно, я тоже один из тех, кто потерялся. Микки так смотрит ошарашенно на него. Чего он вообще несет? Куда он отправился? Скорее всего, найти себя. Это так странно. Что могло случиться с цирком? Хороший вопрос, Мини. Вперед же, давай попробуем найти хоть какие-то улики. И Дональд, и Плуто тоже. Надеюсь, что с ними все хорошо. Гуфи как-то смог с этого цирка свалить. А Дональд остался где-то в цирке вместе с Плуто. На ФДС не видел. Зацени, Андрюх. У нас Гриша 92 проходил на ДФе. Поки-Роки на ФДСе. Не помню его отчет, но вроде он писал, что не сильно лютая. Так, уровень первый. Испуганный цирк. Ну, поехали. Причем сразу с автобусной остановки начинаем. Бульк. Бульк. Какая игра красочная. Гуфи отпустили, что с дурачка взять? Суровая правда жизни, да, Сейнт? Возьмите меня в плен! Пошел вон отсюда, дурак! Вот здесь скрытые две жизни. Неочевидный, блин, на уступе зацепился. Нифига себе. Ох, нифига себе прессуют. Ох, нифига себе прессуют. А не слишком много шариков летело? Хорошее начало. Две жизни взял, одну потерял. Ладно, мини-босс первый.
Так, у нас тут Fire Juggler. Я бы, кстати, посмотрел в реальности на выступление. Так, понятно, спасибо. Первый мини-босс и уже сразу в напряжении держит. Вот гад, пока жонглирует, фиг наступишь на него. Приходится подстраиваться. Отлично. На заднем фоне, кстати, лес графонистый. Прикольно сделали. Густой такой лес, насыщенный. Кроны деревьев вообще, конечно, опухшие какие-то. Так, ладно, 4 жизни. 4 жизни. Я показываю, вор. Их на самом деле не так много. На самом деле, это тебе не какая-нибудь метроидвания, где можно зависнуть часов на 10, на 15. И то не факт, что ты все секреты найдешь. В цирке намного проще все, не переживай. Уровни в основном линейные. Есть небольшие такие места, где можно полазить, но их немного. Держи. Оп. Наконец-то, что-то... Это только первый мини-босс. Уже сколько времени на него потратил. Да, на ачивке игра вообще топовая, на самом деле. Фотография Пита висит. Злые обезьяны вылазят. Знакомая жопа торчит. Дональд. Вот Микки тоже сразу узнал эту жопу. Сразу понял, что это Дональд ковыряется, там в ящике застрял. Испугали Дональда. Прикольно разговаривает. Что за умный парень? На доске почета? Не, вряд ли, Андрюх. Вряд ли на доске. Не смотри на меня так, говорит Дональд. Ой, Дональд, ты так легко... Тебя так легко напугать. Скажи, а ты не знаешь? Не видел что-нибудь подозрительное там... Что-нибудь такое, что тебя возмутило? Да, эти коробки. Что за ерунда? Как плохо, что этот пылесос не может всосать их. Миха, здорово. Здорово, Михач. Да, с Новым годом, ребята. С Новым годом. 4 января. Только-только начинается все. Как плохо. Было бы неплохо, если бы какие-то улики нашли, чтобы раскрыть тайну насчет цирка. А могу ли я... Гера, здравствуйте, здравствуйте. Привет, Гера. Сегодня решил выйти из режима ниндзя. О, врагов всасывать можно, отлично. В какой еще игре можно увидеть Микки Мауса-уборщика? Ой-ой-ой. Так, спокойно. Отлично, всосали еще одного врага. Так, поднимаемся. Серебряные блоки нельзя брать, а вот золотые, по-моему, можно. Отлично, сердечко восполнил. Ох, комбо какое сейчас прописал. Батарейка. Да, я сегодня без ниндзя ставила. Спасибо, Гера, что зашел. Тебе, Миха, тоже благодарочка. С Новым годом, ребятки. У меня тут в начале стрима были шутки про нестоячий колпак, если вам интересно. А вам это должно быть интересно. О, нифига сколько монет. Кто там стреляет? О, большое сердце, отлично. ХПшечку восполнил. Еще и плюс одно накинули. Музыка, кстати, реально на цирк чем-то похожа. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Кстати, Настя, Леди Блейз, недавно с Дашей проходили в коопе эту игру. Дайте мне пылесос обратно.
У Джексона на скилл шоу кто-то эту игру тащил. Ну да, Джокеру нравится СНЕСка. Так, всасываем гриву. Держи. Продолжаем пьянствовать. Извини, Гера, сегодня без спиртного. Да, кстати, первый босс игры уже. Неплохо я ему так шкуру снял. Просто... просто пылесосом всосал всю его шерсть. Детская игра, блин. Я пылесосом высосал льва. Что за читы на гриву? Смотрите, он агриться начинает. Он покраснел. По-моему, он короной болеет, потому что что-то слишком часто чихает. Блин, лев, я тебе сочувствую на самом деле. Лучше бы ты у меня на пути не вставал. Все. No damage. Лев на харде. То шарики так лопаются, да, Бибилборг? Когда прыгаешь на шарик, тут такие характерные звуки появляются. Так, идем дальше. Это, по сути, только разминка была. Начинаем с цирка продвигаться куда-то вглубь джунглей. Уровень 2 джунгли. Злого Лёву победили. Ура! Не такой уж он и злой оказался. Без грива, видать, ничего не может сделать. Бу, я напугал тебя. Какие-то два призрака крупных появилось. А, призраки! Вы, ребята, случайно не те, кто заруинил цирк? Заруинил цирк. За это надо выпить, Гера, ты так со мной сопьешься. Дэмиан, спасибо большое за битсы. Спасибо за трехлистник, если я правильно Шемрок понял. Спасибо, Дэми, спасибо. Да, удача на харде не помешает на самом деле. Нет-нет, мы были слишком заняты. Мы развлекали наших друзей. Нашего друга Плута. Походу, кто-то напугал его в цирке. И он потерялся. Мы попросили его встретить нас у дома. На другой стороне джунглей. Это все призраки нам говорят. Добро пожаловать. Спасибо, что присоединился к нам здесь. Костюм сафари должен помочь тебе в твоем приключении. Продолжаю с 30 числа печень подсаживать. Блин, Гера, я тебе даже немножко завидую, потому что... я работал 31-го, 30-го, 1-го. В общем, концовка года у меня такая веселая была. Вот, попробуй. Спасибо. Спасибо за то, что позаботились о Плуто. Так, получаем второй костюм. Да, костюм археолога, в общем. Твое здоровье, Миха. Извини, пока... в кадре ничего не могу поднять, потому что плохо подготовился. Мысленно я с вами отмечаю, ребят. Гера, Михыч, все, кто встретил Новый год, ребята, за ваше здоровье. Ой-ой-ой. Так, ну-ка. Монетка, отлично. Я попозже к вам присоединюсь, ребят. Я боялся первый стрим запускать в нетрезвом состоянии, на самом деле. Я видел, что у Беныча творится, какая вакханалия на стриме. И что-то я пока не особо горю желанием алкострима делать. Там что-то и микрофон заруинили, и елку сбили, как профессиональный американский футболист. В общем, Бен вообще отрывается по полной программе, конечно. Так, второй мини-босс тем временем. Черепашка-ниндзя. Судя по панцирю, это Донателло должен быть. Только палки у него нету что-то. Висят два крюка здесь. В принципе, в костюме археолога, может, даже и попроще было бы. Но я, наверное, на дефолте буду разбираться. Зря.
Нет, Сейн, спасибо. Я раскрою тайну некоторым зрителям. Был у меня алкострим. И, скажем так, мне за него реально стыдно было. Я там выпивал в прямом эфире. Чушь нес всякую. Почти с голой жопой на камеру промелькнул. Короче, нет, ребята. Алкострим — это опасное явление для меня. Компромат до сих пор, кстати, есть у некоторых зрителей. Так, мини-босс живучий. С того момента, Сейнт, я побаиваюсь алкострима запускать на самом деле. Держи. Микки Маус, когда присаживается, такой: что делать, что делать? Да, на харде, конечно, здоровье у боссов такое себе. Как-то она скромненько выпрыгивает из воды. Так, еще жива. Нудный мини-босс из-за того, что он закрыт постоянно. Вот, я сейчас его вообще не дамажу. Где посмотреть такой эксклюзив? Ну, со своего канала, Миха, я его уже удалил. Поспрашиваю ребят в чате, может, у кого-то компромат остался. Вор точно помнит этот стрим, но я надеюсь, у него ничего не осталось. И Клаву с CD-диском заруинили тоже. Да-да, Бибилборг, был такой момент. Но Беннеч отрывался, конечно, просто по полной программе. О, прикольно, залазим. Одобря жалко стрима. Я в тебе не сомневался, Гера. Я тоже не против них, но везде какая-то мера нужна, не знаю. Вот, кстати, секрет с еще одним сердечком. Забираем четвертое сердце. Залазим. Блин, какая игра классная, просто... Просто буйство красок. 94-й год. Разные костюмы, у каждого свое назначение. Отлично. Вот здесь археолог неплохо так выручает. Залазим на самый верх. Добрый жук, здорово, с Новым годом, дружище. До сих пор плакат... Что-то мне не по себе немножко стало. Я представил, что у вора висит плакат с моей пятой точкой. Что-то мне немножко не по себе стало. Я не против... Да, ребята, вы не против алкостримов, но только... Только когда это кто-то стримит, а не вы сами. Я тоже не против алкостримов, когда кто-то, допустим, Беныч стримит. Я не против, чтобы он алкострим устраивал. Ой-ой-ой, сволочи. Ах ты, какая подлая. Так, вот еще секретка. Еще была секретка с двумя жизнями. Я аж что-то немножко подруинивать начал. Так, ну ладно. С наступившим, жук, с наступившим. Пусть у тебя все хорошо будет в этом году. Чтоб побольше твоих реквестов выполнялось. Чтобы Раф радовал своими стримами. Чтоб так же общался, как он это умеет делать. Только начало года, ребят. Третья игра за сегодня. Третья игра. Я уже доволен. Много кого повидал из друзей своих, тоже, в принципе, рад. Приезжай в МСК, устроим алкосходняк. Миха, ну я уже объяснял, у меня дикие графики. В основном у меня все в графике упирается. Так, еще одна секретка. Жизнька, отлично. Так, я хочу пылесос. Total Recall, здорово. Здорово, Total, с праздником. Надеюсь, в этом году мы все-таки... Все-таки запишем с тобой. Умеют, могут. Пару игр моих. Насчет викингов не знаю, не буду говорить пока ничего.
Так, что-то Миха там еще спрашивал. А, про эксклюзив я тебе ответил. Я, кстати, немножко уже попривык к этому чату. То, что шрифт поменялся. Надо запомнить и сделать себе. Так, беру дефолтный костюм опять же. Недавно втроем проходили, я тоже играл в War. До сих пор помню тот стрим. С Зоргом и Гектором. Викинги, да, топовая игра. И уникально в том, что... Ух ты, сволочь. Я думал, он на дерево залезет. Уникально в том, что там втроем можно одновременно играть. Очень мало игр, где можно втроем рубиться. Да как пяточкой задел-то? Ой-ой-ой, агрится. О, уже покраснел. Так, Данки Конг, может, ты немножко успокоишься? Просто сесть и записать? Нет, Тотал, не все так просто. К сожалению, не все так просто. О, а сейчас вообще с Соником куда-то свалил. Причем там все... Да, там все кнопки задействованы. Вот это... Да что-то я опять отвлекся. Да, босс меня начал выносить по полной программе. Но я сейчас отвлекся, надо было смотреть, куда он приземляется. Вот, вот сейчас сразу бы предус... Да, что-то он на харде вообще буянит по-страшному. Еще троллит. Вроде собирается выпрыгнуть, а сам обратно лезет. На, сволочь. Ладно, минус одна жизнь, в принципе, нормально. Только второй уровень пройден. Да, на харде боссы жирные, конечно, до невозможности. Я знаю, Миха, что, скорее всего, понравится. Я смотрел вашу сходку, когда... С Беночем вы устраивали, когда Мартирус приезжал. Кулхард был, мужик в красном оттуда как раз стал популярным. Я эту сходку смотрел, мне очень понравилось. Такие сходки вообще редко бывают унылыми. Когда единомышленники собираются в одной компании, это, как правило, просто безудержное веселье. Фокси был. Да что говорить с вами, даже Иисус был. Лично Иисус присутствовал у вас на сходке. Это вообще крутяк. Плута, как здорово, как я рад снова видеть тебя. Гавкает. Ну, понятно, что... Плута, по-моему, и в мультиках никогда не разговаривал. Я, по крайней мере, таких серий не помню. Плута, что случилось? Это ужасно. Барон Пит. Злые призраки, подопечные барона Пита, разбрелись повсюду. И они напугали нас из наших домов. Походу, нам придется искать новое место, чтобы мы сами могли пугать посетителей. Барон Пит? Ах, он большой поганец. Палука, я не помню, как точно переводится, но что-то нехорошее, скорее всего. Не переживай, мы остановим его как-нибудь. Мы должны сделать все, чтобы вернуть цирк. Сделать все, чтобы злые силы покинули его раз и навсегда. Мы тем более не знаем, что он может вычудить в следующий раз. Что у призраков рожи такие грустные. Они выпили, что ли? Что-то носы какие-то красные. Удачи! И может быть, тебе этот костюмчик поможет. Он был в нашей семье веками. Капец, на меня сейчас... Оденут то, что у них веками хранилось. А, спасибо, Плута, оставайся здесь. И защищай наших новых друзей. Время идти. Иисус тащил как бог, но это... Это даже немножко тавтологию ты сейчас сказал. Вот это костюмчик, я понимаю. Микки-ковбой. Классные первые два выстрела, вообще четко попал.
Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, нет, что-то тут опасно в этом костюме. Пока дефолт возьму. Призрак летит с приклеенной бумажкой мишени. Куда надо прыгать? Спасибо за подсказку. Никогда бы не догадался сам. О, ништяки пошли. Так, секретная комнатка. Пятое сердце. Отлично, отлично. Так, пистолет пополняет патроны для третьего костюма. Но он у меня, в принципе, и так почти полный. Прикольный уровень, кстати. Ладно, продвигаемся. Они были грустные, может, с похмелья. Кстати, да, хорошая мысль. С похмелья редко когда веселый бываешь. Чего ты там пугать меня решил? Из зеркала какая-то хрень вылезла. Блин, я вспомнил фильм «Зеркало». Точнее, «Зеркала». Недавно пересматривал, но скажу так, пара жутких моментов есть, конечно. Опа, комната темнеет. В какой еще игре нам доводилось против картины сражаться? Ты мужик. Книжечки полетели. Хватит мародерствовать в библиотеке, ты сволочь. Вот гад, все книги сейчас повыкидывает. Да, кстати, Пит... Ну, так сложилось, Яна. Так сложилось, что он отрицательный персонаж. Ничего с этим не сделаешь. Так, ну пока неплохо. Нормально. Тихо, тихо, мужик. У тебя изжога, что ли? У картины изжога, боже мой. Тихо, 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 Пит, не агрись. Еще в «Охотниках за привидениями» портрет был. Ну, возможно, да, Ян, я не помню уже. Но там разве против портрета надо было сражаться? Так, он еще живой. До сих пор живой. Ой, вот это опасно. Пока неплохо. Да, Сент, я помню, как его звали. В принципе, можно его из ковбойского костюма пострелять, но это долго все. Там книги могут перекрывать атаку. В принципе, так удобно. Готов. Castlevania? Вот это я не знал, Сейнт. Но я пока ни одну кослу еще не проходил в своем проекте. Так, берем костюм археолога. Нам намекают, что надо за фонарь цепляться. Дальние отголоски мод 7 пошли. Серега, здравствуйте. С Новым годом вас, Сергей. Какой там, кстати, год металлического быка же вроде наступил. Ой-ой-ой. Ой, куда-то зацепил. Ой-ой-ой. Rondo of Blood, босс, картина. Я запомню, Сейн. Попробую запомнить. Хорошая игра на SNES, ну да. Так, Серег, надо год нормально начинать. О, я... Всосал со свечки огонь. Свечка такая посмотрела на голову, огонь больше не горит, и пригрустила что-то. Взгрустнула немного. Блин, свечка, не обижайся, прости меня, пожалуйста. Я бы не стал тебя тушить, если бы ты меня не дамажила. Так, а тут... Ее, кстати, взять нельзя. Нифига он прыгает, нифига себе. Ты не сильно высоко прыгаешь, дружище. Куча монет. Так, вот эту сложно будет разбить, наверное. А, нет, достал все-таки, отлично.
Да... Чё так высоко летят? А эти самонаводятся, кстати. Держи. Блин, анимация у Мики вообще топовая. И вообще игра просто топчик. Графон просто... мультяшный, можно сказать. Так. Микки Мани лучшая башенка. Я пока не играл в Saint. Вообще с Микки Маусом очень много разных игр выходило. Я не так много проходил. Я проходил мир иллюзий в свое время. Ай, не прыгнул! А, ну да, этот блок не берется. Проходил мир иллюзий, сейчас вот... Сейчас играю, получается, Тайна цирка, это вторая игра из серии Magical Quest. Всего в серии Magical Quest с Микки Маусом три части вышло. Но прикол в том, что эти три части были не только на SNES, но и на Game Boy Advance еще выходили. Опять, кстати, опять тема Game Boy Advance. Ой-ой-ой, что-то я увлекся. У меня еще шалит интернет, вор. У меня еще интернет пошаливает. Я пока объясняю про то, что Magical Quest три части было. На SNES и на Game Boy Advance. Сейчас отлагает, ребятки. Сейчас отлагает. Блин, босс такой страшноватый, кстати. На полэкрана хрень какая-то. Ну, ковбой зарешает, я думаю. Я звонил! Меня обманули, видишь, что произошло. Ой, это что такое? Проблему решили, но частично. Сегодня мне звонить некогда было. Я звонил один раз только. Завтра у меня день свободный. Завтра буду звонить. Но вот эта игра первой вышла на Мега Драйве, что странновато. Так, ладно, третий босс готов. А, кстати, Серег, на Мега Драйве, по-моему, только она и вышла из этой трилогии Magical Quest. Кроме цирка на Мега Драйве больше ничего и не было. Зато на Мега Драйве был замок иллюзий и мир иллюзий. Иллюзий не было на SNES и на Game Boy Advance тоже. Короче, с Микки Маусом мутная история. Какие-то игры выходили на одной консоли, какие-то на другой. И многие какие похожи, кстати. Так, четвертый уровень пещеры. Четвертый уровень пещеры. О, кстати, локация прям как в мире иллюзий. И звуки такие, как будто я в пещере прыгаю. Музыка тревожная, кстати, заиграла. Воу-воу-воу, вода подниматься начала. Да, атмосферный уровень, конечно. Ой-ой-ой. 232 монеты, неплохо так набрал. Ой-ой-ой, успел. Ой, как много блоков! Ай-яй-яй-яй-яй! Успею, не успею. Фу, чуть не утонул. Ну, в принципе, ничего полезного в этих блоках нету. Сердечко там точно нет, которое максимально ХП восстанавливает. Ну, в смысле, больше делает. Монеток тоже не особо много было. О, вот там что-то есть, кстати. Берем археолога или спелеолог, я не знаю, как правильно. В принципе, и так, я думаю, правильно будет.
Жаль, что только дефолтным костюмом можно вот эти блоки мелкие кидать. Еще 8 монеток пособирал. Вообще весь геймплей увязан на костюмах. Есть тут места в игре, которые без костюмов никак не проходятся. Ах ты сволочь. А там просто сосулька упала. Блин, какая красочная игра все-таки, а? Так, там тупик. Через это он залезть не может. О, еще одна секретка, кстати. Вот оно, большое сердце, замечательно. Еще чем хорошо здесь большое сердце подбирать. Помимо того, что сердечко дают новое, еще и восполняют здоровье полностью. Так, тут что за дверь? Да, только это. Да блин, 12 сердечек не хватает, чтобы либо пылесос получше купить, либо коняшку взять посвирепее. Зараза, 12 монет не хватило. Давай, давай, луч, появляйся. Что-то сыпется. Да, тут походу за спелеолога лучше всего спидранить. Ну что, ковбой, настало время стрелять. Все, изи, просто ковбоем изи. Просто расстрелял мини-босса. Хотя один раз он чуть не накрыл меня, сволочь. Так, где там мой спелеолог? Спелеолог — самый нормальный костюм для пещер, самое то. Постоянно цепляться за что-то надо, лазить. Вот здесь, по-моему, на дефолтном костюме нельзя перепрыгнуть. Тут, может быть, и можно было. Не, уровень прям создан для спелеолога. Куча всяких цеплялок вот этих. О, еще одна секретка, кстати. Шестая жизнь, отлично. Идем дальше. Ой-ой-ой, спидран пошел. Недолго продолжался, правда, ну ладно. Так, ну что, ковбой, еще раз твой выход. Тут прикольно сделано. Вроде на какую-то скалу залезли, не тут-то было. Что-то все рушиться начинает. Капец, он просто скалу разломал. Так, ну что, Басинский, погнали. Ой-о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 й. Держи. Нифига себе, меня сейчас вообще чудом в шипы не закинуло. Все-таки подло он стреляет. Угу, цвет поменял. Пока неплохо. Отлично. Да, приходится тут попрыгать, конечно. Ой-ой-ой, ой, сносит как. А там хвост с шипами вылазит с той стороны экрана. Так что поаккуратнее надо. А, не туда! Повезло, что сейчас не выстрелил, кстати. Все, готов. Да, ковбойский костюм против боссов 4 уровня просто прелесть. Оба босса no damage получилось. Ну, правда, здесь меня могли задеть пару раз. Прикольная такая поза. Пистолет поднял.
Почти 200 тысяч набрал, нормально. Так, сейчас любимый уровень новатора будет, судя по картинке. Продолжаем к замку продвигаться. 5-й уровень, замороженные равнины. Так, прикольная музычка заиграла. Ух ты, она еще на мелкие распадается. А, если блоком с часами по ним попасть, временная... Временный стан у них. Ой, вода поднимается. Блин, в ледяной воде-то нифига неприятно, наверное, плавать. Так, что бы купить? Еще одно сердечко или... Ладно, возьму пылесос усиления, фиг с ним. Более мощную модель приобрели. Ой-ой-ой. Микки с пылесосом плавает в ледяной воде. Так, ладно. Блоки вижу, которые только дефолтным костюмом можно разбить. Отлично, сердечко восстановил. О-о-о. Этот мини-босс, по-моему, не очень хороший. Держи. Держи. Ай-яй-яй. А! Вода сбила тайминг. Когда вода начинает подниматься, он как-то скорость сбавляет в этот момент. Чуть не рассчитал, и все. Держи. Ай-яй-яй, потолок задел. Отлично. Ладно, готов. Минимальными потерями обошелся. Ну, неприятный мини-босс, конечно, был. Блин, ну какая красочная игра. Мне кажется, тайна цирка с Микки Маусом по графонистее, чем мир иллюзий. Я вот вспоминаю мир иллюзий. Топовая игра была с Микки. Цирк еще по графонистее, но он и более сложный по сравнению с миром иллюзий. Мир я что-то вообще, там, можно вообще No Death пройти легко. Здесь на харде No Death пройти тяжеловато будет. Ой, отлично, пару сердечек восстановил. Вот тут, кстати, еще одна секретка есть. А! Вот, еще две жизни получил, отлично. Уже 8. Яблочко. А ты, кстати, Saint обе версии играл. И на SNES Микки Манию проходил, и на Sega. Мне на Sega реквестили Микки Манию. О, вот здесь нельзя дефолтным костюмом запрыгнуть. Прям мультик. Ну, значит, Микки Манию оставлю на десерт. Буду ее проходить, когда уже игр поменьше станет с Микки Маусом. Если ты говоришь, что она самая графонистая... Значит, надо ее оставить на десерт. Аккуратненько. Ах ты, сволочь, не видно было. Ой, блин, два сердечка осталось. На Сеге... А, еще на PS1 же было. Так, ну что, будем всасывать облако. Пока что-то плохо получается.
Что происходит? А! Это было подло. Очень подло было. Ну-ка иди сюда. Ой-ой-ой, ну хоть сердечко не отнимает ледяная атака. Непонятно, в какой момент он молниями начинает стрелять. Вот это напрягает. Эх, один выстрел не получилось дожить. В принципе, 7 жизней. 7 жизней — это очень даже хорошо. Субзера. Ледяная туча была. В принципе, может, она и стала виновником, кстати, того, что весь уровень выглядел как ледяной. Ну что, добрались наконец-то до замка. Тяжелый путь проделали. Вот нельзя было Микки Маусу сразу через горы махануть, да? Взял костюм археолога, через горы сразу в замок. Нет, надо вот дом призраков, пещеры, еще что-то. Какие-то ледяные тоже. Ладно, добрались наконец-то с горем пополам. Перед финальным уровнем заставочку еще сделали. Вью, наконец-то мы сделали это. Осталось найти убежище барона Пита. Такой замок зловещий. Ну или так, кстати. Натяги пылесоса, Андрюх. Не, прикольный костюм, кстати. Микки Маус уборщик. Так, ладно, тут опять намекают, что надо использовать крюк. Ой-ой-ой, фига себе булава. Ой-ой-ой-ой. Так, ладно, идем. Так, еще пара блоков. Может, ништяки какие будут? Монетка и сердце. Ну, в принципе, нормально. Обычно в таких блоках это и лежит. Ой-ой-ой. Тихо-тихо, гантели, аккуратно. Так, там ничего не было. Да, свечка в каком-то тупике ходит. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вообще чудом сейчас не задело просто. Ну, конечно, конечно. Когда Микки на крюке качается, у меня в голове музыка из Индианы Джонса. Костюмчик топовый, конечно. Вообще идея с костюмами. Тот, кто придумал, я бы, конечно, разрабу дополнительную премию дал. Так, еще одна дверь. 84 монеты. Ну, тут понятно, что ни на что не хватит особо. Сердечки нет смысла брать. Опять из зеркал вылез, гад. Что ты следишь за мной? Держи. Эх, ничего полезного не было. Так, ну-ка, ковбой, иди сюда. Тихо. Ай, плохой тайминг. Да что ж такое? Вот чем плохо ковбойский костюм, лошадка постоянно прыгает. Держи. Сейчас повезло, что попал. Вообще должен был он задеть. Нелинейность геймплея с этими костюмами, как Power Blade 2. Только видишь, в чем разница, Андрюх? Power Blade 2 еще можно, насколько помню, без костюмов пройти. А вот в Микки Маусе есть места, где тебе хоть как придется костюм брать. Ее зря, наверное, взял. А, нет, нормально. Было нормально. Ну, сразу три призрака. Сразу три призрака со всех сторон. Эти сволочи продолжают лезть. Ладно, запасы пополнил.
Тут рефайты, кстати, частичные какие-то. Непонятно, как это происходит. У нас только жонглер был с первого уровня, мидбосс. И сейчас картина. Картина мидбосс. Может, и хорошо, что всех не стали добавлять. Вот, видишь, все-таки можно, да, Power Blade пройти. Может, даже ачивка такая есть, без костюмов игру пройти. Я лично ни первую, ни вторую Power Blade не играл еще. А ведь есть еще Power Blazer на Фамикоме. И она нормально так отличается полностью. Что делать? Что делать? Он что, триггерится, что ли, так? Нет, не триггерится. Просто атака совпала. Было чувство, что когда я приседаю, он пытается огнем чаще атаковать. О, а может, правда это проканывает? Два раза согрелся. На третий не стал, понял, что дурачу. Ой. Можно всю игру без костюмов. Сомневаюсь, вор, сомневаюсь. Если ты про Power Blade, то да. Микки Манию, по-моему, не пройти без костюмов. Ой, Микки Манию, говорю. Тайну цирка, то, что я сейчас играю. Блин, ну какие жирные боссы все-таки, а? Да откидывайся уже, дружище. Я уже одну картину твою испортил. Давай уже, откидывайся. Готов. Power Blade облегченная версия, а вторая часть уже другая игра геймплейная. Понятно. О, как перепрыгнул. Ой-ой-ой, это мне уже Ghost and Goblin стало напоминать. Там, по-моему, тоже были огни. У босса в Ghost and Goblin'ах финального на SNES'е вот такой огонь был похожий. Так, ну его нафиг. Ну, еще одна секретка. Замечательно, седьмое сердце. И жизнь-ка, отлично. Вернул седьмую жизнь. А, вот это подлость, конечно. Вот это подлость была. Тихо. Вот смотри, вор, вот здесь нельзя пройти без костюма. Вот эту часть игры. Мне в любом случае надо наверх залазить. Чтобы залазить наверх, только костюм спелеолога поможет. Да как она так подгадала точно? Ай, прям в хребтину. Да что вы творите, сволочи? Там вообще пушечное ядро на каком-то парашюте спускалось. Вот, кстати, финальный босс собственной персоной. Сшибаем рога нафиг. Ну-ка, иди сюда, сволочь. Про поварога... А, ну тогда понял, вор, тогда понял. Ну а Микки Мауса я сейчас еще раз показал, что невозможно без костюмов. Так, музыка тревожная. Огонь, кстати, смотрите, как огонь классно анимирован. О, вот это Басинский. Ой, что-то я засмотрелся. Ах ты, сволочь. Так, надо экономить, у меня уже не так много выстрелов осталось. Ай, опять промазал. Да что-то не попадаю. Наконец-то. Ай-яй-яй, выстрелов маловато. Блин.
Надо же, на последнем, на предпоследнем выстреле. Офигеть. Еще одна игра, которая почти час времени заняла. Фу, прикольно. Микки, наконец-то, барон Пит встретил то, что он заслужил. Мини. Плута гавкает, все живы, все довольны, все счастливы. Призраки прилетели, которые раньше здесь были. Должно быть, все это время беспокоился за нас, Плута. Все наше приключение. Поздравляем. Вы спасли нас всех от ужасной судьбы Пита. Спасибо, мы теперь сможем вернуться в обычную среду обитания. Спасибо, Микки и Мини. Эй, я, кстати, тут кое-что забыл. Возьмите-ка вот этот шар. Плута, хочешь поиграть? Плута рожа такая довольная, дико счастливая собака. Короче, тут все счастливы. И призраки, которые бухали, тоже счастливы. Блин, классная игра. Но если вы говорите, что Микки Мания еще круче, я даже не знаю тогда. Мне лично цирк понравился больше, чем Мир Иллюзий. И притом обе игры в коопе есть. А еще есть магический квест, третья часть. Она очень Гектору нравится. Ну что ж, все закончено. Не правда ли чудесно? Больше никаких злых призраков или барона Пита. Пора отправляться домой. Мини, кстати, за попочку Микки Мауса приобняла. Спасибо, ребятки. Офигенская игра, вообще красочная. Разнообразная. Костюмы, боссы, мини-боссы. В рефайты не стали всех запихивать, ограничились двумя мидбоссами. Уровни разнообразные, графонистые. Короче, цирк с Микки Маусом определенно мне понравился больше, чем Мир Иллюзий. Хотя Мир Иллюзий тоже классная игра. Она более легкая, и, по-моему, там уровней сложности нет. Гера только заметил я, но все так замерли. Последние полчаса. Ну, здесь уже титры по канону пошли. Да, надо взять за привычку, когда идут титры, подбивать счетчик постепенно. Ну что, три игры за сегодня, в принципе, нормально. Три игры на трех консолях. Я доволен, в принципе. Хорошо, год начинается в плане стримов. Услышал, увиделся со своими старыми друзьями большинством. Будем надеяться, остальные тоже когда-нибудь подойдут. Блин, первый стрим за 3 недели. Спасибо за игру, розовыми буквами написали. Презентовано Сарсом. Замечательно. Спасибо, ребятки, год начинается неплохо. 3 игры и почти все по часу времени. Так-то неплохо на самом деле. 20 минут 12 у меня. Еще и ночь впереди, отлично. Сейчас дождемся, посмотрим, куда грузовик в итоге приедет. Ну, немножко я вам скажу, непривычно после такого перерыва. Вперед все! Давайте вернемся в город. В наш цирк. Спасибо, Миха. Спасибо, ребятки. Вы, призраки, можете быть нашими гостями, но помните, никаких пуганий. И как начиналась игра, когда облака шли вниз, так и заканчивается, только в обратную сторону. Конец.